Всем привет! Меня зовут Михаил, мне 8 лет, я из Воронежа. Когда мне было 5,5 лет, моя мама привела меня в школу будущего банкира. Она сказала, тебе здесь будет интересно. Прозанимавшись в школе будущего банкира, я заинтересовался финансовой грамотностью и банковским делом. Я начал изучать историю появления денег. Также я научился планировать свое время и ставить перед собой определенную цель и достигать желаемого результата. Когда я вырасту, я хочу стать банкиром, поскольку финансы являются важной составляющей нашей жизни. Мне бы хотелось разработать программу, которая бы повысила уровень финансовой грамотности у детей и у всего населения России в целом. Моя мечта – попасть на телепередачу «Лучше всех». Я учусь во втором классе. Я пишу статьи на тему «Уроки финансовой грамотности». А также я являюсь постоянным ведущим данной рубрики. В декабре 2017 года я был приглашен в Москву на прямую линию с Германом Оскаровичем Грефом, президентом крупнейшего банка в России ПАО «Сбербанк». При встрече с Германом Оскаровичем я задал ему интересующий меня вопрос по финансовой грамотности, пообщался с ним, сфотографировался и взял у него автограф. Спасибо за внимание, всем пока!